Сейчас переписывался с Андреем Черкасовым и позволил себе в разговоре с ним расплакаться. Я, правда, и, наверное, это то счастье, которое заслуживает каждый мужчина. Я 2 дня смотрю на свою жену, мне так жалко, мне так больно от того, что я не могу ей ничем помочь. Я просил у Господа Бога сегодня, чтобы Он отдал мне половину ее боли. Я сказал это Андрею, скажу и вам. Я сегодня понял, что это та женщина, которая мне нужна на 1000%. Я желаю каждому мужчине испытать такое же счастье, как я испытываю.